Сегодня на внеочередном заседании законодательного собрания депутаты приняли постановление, в которых назначили дату выборов губернатора и депутатов областного парламента. Днем голосования станет 9 сентября 2018 года. Среди полномочий, которыми обладает высший законодательный орган субъекта, то есть законодательное собрание Владимирской области, существует такое важное полномочие, как принятие решения о назначении выборов, даты выборов высшего должностного лица региона и о назначении даты выборов законодательного органа региона. И сегодня данный вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета, который возглавляю. Коллеги поддержали принятие соответствующих постановлений на заседании законодательного собрания. Таким образом, 9 сентября текущего года в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставом Владимирской области состоится выборная кампания по выборам губернатора Владимирской области и депутатов законодательного собрания. Внеочередной порядок принятия данного документа продиктован тем, что законом четко регламентированы сроки проведения всех процедур, связанных с выборами, в том числе и установление даты голосования. В течение 5 дней после принятия решения о назначении выборов, то есть начиная с сегодняшнего дня, документ должен быть официально опубликован в СМИ. Со дня, следующего за днем публикации, начнется период выдвижения кандидатов и списков кандидатов, который для кандидатов на должность губернатора области закончится через 30 дней, а для кандидатов в депутаты ЗАГС собрания продлится до 25 июля включительно. Кандидаты в губернаторы должны предоставить пакеты документов на регистрацию не ранее, чем за 55 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, то есть в срок с 15 до 25 июля. Кандидаты в депутаты и избирательные объединения на выборах в законодательное собрание должны представить комплекты документов на регистрацию в избирательной комиссии до 25 июля. Агитация в СМИ начнется 11 августа за 28 дней до дня выборов и закончится в 0 часов 8 сентября.